Всем привет! Сегодня у нас 14 апреля 2018 год. Нахожусь я на пасеке своей. Она у меня возле дома находится. Что сказать, было у нас 10 апреля тепло, потом 11-12 похолодание, днем 13 градусов так. 13-14 где-то. Особо лета не было, ушел. А вчера вот это 13 числа, сегодня 14, потеплело и у пчел возобновился лед. Вот семейки работают у нас в таком темпе. Здесь несут обножку. Полным ходом начала цвести ива. Ну, обножка — это с лозы, с кустарника. Ну, лоза-то тоже ивовые. Пройдем сейчас по семьях, посмотрим, как они работают. Это вот одна семейка. Это у нас вторая. Лед такой слабоватый. В этих вот, что с весны летали, более-менее они сейчас летают. Здесь также лед такой средненький. Здесь дальше идем. В этом улье есть пчелы, что по весне почти пропали, но немного сидят. Видно, в литке до них смель недавно лед лез, матка, так отбивались. Здесь вот это была семья, что в том году на 10 килограмм рой посадил я. Она перезимовала, но у них совсем слабенький лед. 8 рамок на зиму шло плотных, но лед у них слабоватый. И в похолодание они вообще не вылазили. Вот рядом семья, здесь лед более-менее такой нормальный. Обножку полным ходом несут, но это пчелы немного такие беспокойные, я возле них стоять не буду долго. Вчера я на пасеку не заходил даже, то что машину строю, менял шаровую. Это вот тоже семьи у нас, менял шаровую, она на заклепках была еще на заводских. Пришлось полдня повозиться, чтобы эти заклепки выбить. Так как рычаг снять нельзя было, потому что ради одного болта надо передок снимать, чтобы болт снять. Так что решил я, не снимая эту рычага, срезал болгаркой шаровую эту, я заклепки еле выбил. Ну, все-таки сделал. Сегодня еще вот похожу, пойду на поперечной балке этой устойчивости сайлентблоки менять. Также надо подрамник откручивать, опускать, чтобы до них добраться. Так что сейчас погляжу, что на пасеке, да пойду работать. Ямы у меня нету в гараже. Может, без дела, да вода у нас здесь стоит низко, болото. Вот такой вот лед по ульях. Но основная фишка у нас, сейчас я покажу семью, которую 10 я числа ставил на отставку уже. И они, получается, сразу после 10 похолодания было, 11-12. Слабо летали, но все равно после обеда летали. А сейчас вот тепло пошло, и у них лед бешеный. Я думал сразу, что облет это, но это у них вот лед такой. Это пчелы Бакфаст. С зимы они вышли на 11 плотных рамках. И две рамки расплода было уже на выходе. Ставил я им тогда, получается, где-то 4-го полез, поставил я им севший мед, три рамки,
Но пошло потом тепло, и они все гнездо затаскали нектаром сивы. Это 10-го уже у них было все гнездо залито нектаром. И 10-го поставили им надставочку. Ну, надставочку сегодня не буду смотреть. Сейчас это пошел второй только день, как они летают хорошо. Где-то завтра или послезавтра залезу, гляну, что они натаскали, если погода вот будет. Получится у нас 4 дня хороших рабочих, таких вот, как сейчас. И глянем, что они за эти 4 дня заносили. Хотя уже, думаю, за это время они подняли с гнезда наверх нектар тот, что был. Да и вот вчера и сегодня хорошо летает, то уже, в принципе, должна быть залитая надставка. То, что ива обильно нектар выделяя, и пыльцу тоже, то им особо труда не составляет залить все это дело. Так как у нас ивняк получается вот буквально в ту сторону, там мелиоративная канава, и пошел ивняк на этой канаве, это буквально до ближайшего 300 метров получается. Туда вот, и с той стороны где-то метров тоже будет 200-300. И этот ивняк по мелиоративной канаве пошел, потом еще на ту сторону пошел, на северную, по кустах. Тоже в пределах где-то 500 метров. Так что ива близко, и им не трудно за нектаром этим летать, так они быстро заливают, без всяких усилий. Уже если стабилизируется тепло, то буду расширять гнезда. И в ближайшее время поставлю надставки. Уже пошла вот трава такая, повылазила. Повылазила за 10 дней буквально трава. Скоро одуванчик пойдет уже цвести. Уже вот где у нас одуванчик. Вот. Уже бутоны видны. Уже бутоны в одуванчика пошли. Все недельку уже и одуванчик пойдет. Рост в цвет. Уже пошел и рост в цвет пойдет. Так что надо будет расширяться и ставить надставочки всем. Вот у нас такой лед на этой семье. Это бакфасты. В остальных также есть лед нормальный, вы видели, но покуда их не расширяющие, ничего не ставлю. Пускай немного укрепятся. Но это уже немного лед стих у них, был еще сильнейший. Или может потоком идут. Вот наш пчеловод кот пришел, что-то он в зубах принес. Ящерицу гад ловил. Уже, наверное, мертвая. Чик, пусти. Да. Кот ящерицу задавил, прогрыз ее. Ну, уже разловил, хай, съедая. Я то не даю им ловить такую живность. Ящерица это необычная, это лесная. Злаю. Застыла его голова, а глаза слезятся. Ну, уже тепло пошло, так и коты отойдут скоро от зимы. Это у нас уличные более коты, не гад мне. На улице живут. Или ласковенький такой котик. Все, гуляй. Немного солнца вот спряталось за тучки, так ветерок такой, не очень чтоб теплый, но терпимый. Посмотрим, короче, 2 дня взятка есть хорошая, еще 2-3 дня. И будем смотреть, что они наносили в надставочку у нас. Сейчас я не буду смотреть, потому что здесь утепление лежит у нас на ней. Так.
неохота раскрывать. Хотя было бы можно, пчелы не злые, можно и без дымара глянуть было бы, открыть аккуратненько. Вот такой вот лед у пчел этих, бакфасты. Ну это не чистокровная линия, а матка уже у нас облетывалась тут, выведенная с островной матки, ну облетывалась уже у нас в Беларуси. Ну, такие пчелы не роилевые в том году, вот они были, можно сказать, первый сезон в работе. Позатом году я сделал отводок это на матку. Тот сезон они поработали. Сначала с весны нормально, а под осень меда у них почти не было, чтобы откатывать. Вот уже пчела. Пчела такую соседней семьи. Прикрылась рукой, чтобы за глаз не цопнуло или за губу. Эти то пчелы миролюбивые, вот следующие пошли, что в синем, так те не очень. Короче, тогда на этом будем заканчивать. Через дня 2-3 посмотрим, что в этой семье они натаскали. Побачим результаты работы. Всем удачи, до свидания.